быть птицы в божественном гражданстве и парить по небу безвизовом пространстве. Хочу дыхать свободу всей орлиной груди, наслаждаясь тихо, молчаливая сутью. Давай полетим высоко, от сердца и далеко, на крыльях свободы легко, здесь мысли летят широко. Давай мы научимся жить большими глотками любить и гнезда прекрасные бить и просто счастливыми быть. Я уберу границы, где есть питомцы птицы, на пресвятой водице сверкающие креницы. Нарушу все законы земного притяжения, ведь раз у нас свобода достойна восхищения. Давай полетим высоко, от всей суеты далеко, на крыльях свободы легко, здесь мысли летят широко. Давай мы научимся жить большими глотками любить, и просто счастливыми быть. Очнись, птица, божественная гражданство, и парить по небу в безвизовом пространстве. Хочу убирать свободу в самом огромном груди, возвращаясь тихо, молчаливая судьба. Высоко, от всей суеты далеко, на крыльях свободы легко, здесь мысли летят широко. Давай мы научимся жить большими глотками любить и гнезда прекрасные бить и просто счастливыми быть. Хочу Музыка ярче предлоговой.
Видите, вот это не самое первое письмо. Что я самое главное хотел сказать? Это человек, ваш земляк. Он жил и работал здесь на Красном Котельщике, он возглавлял производство. Гончаров Николай Федорович, может кто-то его знает? Сохранила обед,
зеленый шум. Я мужал и рос, и зеленый шум мне любовь принес. Цвет зеленых глаз поводил меня, клен зеленый нас обещал, любя. Русь зеленая моих юных лет, я любви к тебе сохранила век. И живая водица родника, родника.
включили свой виртуальный концерт. Что каждый день меня.
интернет. В общем, у меня есть такая песня, называется «Нет интернета». А вот, ну, у нас, мы же, я же в деревне живу, у нас иногда такое бывает, что пропадает интернет. Поэтому вот как-то было так, что 3 дня его не было. Мне пришлось написать песню, вот, чтобы время зря не тратить. Я сегодня, как баран, что уткнулся в стену. Ветер юго-западный развернул антенну. Я хотел зайти в нет, он мне как кассета, но нету, нету, нету интернету, из-за ветра нету. Нету интернета. Слова я очень легкие подпеваю. Нету интернета, из-за ветра нет интернета. Я хотел признаться вам о любви своей, а еще поднять вопрос о будущем детей, а еще друзьям ВКонтакте передать примеры, но нету, нету, нету интернету, из-за ветра нету. Нет интернету. Мы в селении и живем от трассы в стороне, но как все хотели бы знать новости в стране, и что в мире происходит, чем живет планета, но нету, нету, нету интернету, из-за ветра нету, нету интернету. Залезаю я на крышу покрутить антенну, и оттуда сверху вижу я соседку Лену, а еще детей соседских, что бегут к реке, и слышу плач гармошки где-то вдалеке. Вижу, как за дальней горкой солнышко садится, слышу, как в моем саду нам щебечут птицы. Вот тогда и вспомнил я, как прекрасно лето, и здорово, что нету, нету интернету. Хорошо, что нету, нету интернету. Не беда, что интернет затерялся где-то. Выйди в сад, послушай птиц и запомни это. Ощущение жизни и улыбку лета, и здорово, что нету, нету интернету. Хорошо, что иногда нету интернету. Всюду тебе не все, как я, словно чудо слоники.
словно яхты, бороздят простор морской. Знают, как Шахтинскую и Шахтинский спорт, а Шахтинский умалек лишь на тот. От любви без умности струнно не сойти, красивейших девочек в мире найти. Прощай, южные ландшафты, край турецкий не замели, мы не без города, а без шахты, все равно, что без любви. Голос шахты, ахты, утряхты, мой родной, телегоны, словно яхты, поросят восторг от зоны. Голос шахты, ахты, утряхты, мой родной, телегоны, словно яхты, поросят восторг от зоны. Голос шахты. Я всегда говорю эту фразу, я здесь уже говорила, она может быть, был другой, может, контингент.
Я всегда говорю так. Бог создал для меня две самые важные вещи. Это семью и музыку. Для меня это очень важно, и то, и другое. Так вот, песня будет про семью. Очень важно, когда в семье есть тепло. И когда дети, которые у вас есть, они хотят возвращаться домой. И когда жена и муж хотят прийти домой и вместе поужинать. Песня про семью. Поэтому мы не могли не включить в свой репертуар вещи.
который называется «Гимн семьи». Чистое синее небо, собраться в гостиной.
проходит время, активно подключиться к дальнейшему. Так, другой. Дело в том, что тут будет наша, звучит наша, станет совместное место, но больше, конечно, Таня, она в свое время написала стихи, написала музыку. Вот, что-то мне не шло. Это ваша идея, стихи и музыку. Вот, она попросила подправить. Мне подправили, потом это, когда подправили, мне так понравилось, что выпишили ее. Я ее выпишу. Как изменилось общее?
Не переживай.
понимать мир большой, и в нем и Богу стало песен не хватать, песен добрых да сердечных о любви земле родной. Не забудем ни одной, как живешь, о том поешь, о чем поешь, да ты живешь. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Oh!